Друзья, привет! Видео посвящено установке бампера Нива Урбан с противотуманными фарами. Сами противотуманные фары светодиодные будем устанавливать и подключать. И установке защиты бампера. Это металлическая такая губа ставится для защиты. Ну что, смотрите, вот новый бампер. Вот такой у него карман. Сейчас хочу вот такую дырочку настверлить. И все это залить, весь этот карман пеной. Зальем здесь пеной. И вот здесь вот карман пустой. Низ тоже. Все это зальем пеной. Ну и тем самым, я думаю, усилим. Я попробую, вы посмотрите, как это все. Задул пеной. Вот, смотрите, отверстие насверлил здесь и здесь. И пеной полностью задул. Теперь самое главное, когда будет сохнуть, чтобы его не порвало. Вот. Такой вот новый бампер урбановский. То есть там получится такая пенная подушка. Как говорится, пены много не бывает. Короче, вот так вот все я сделал. Ну, это все высохнет, обрежем, чтобы легло нормально. Но стало намного тяжелее. Но все, ждем, когда пена высохла. Здесь так получилось. Не судите строго. Но я это делал с той целью, что бампер должен быть жестче. Там тоже полностью пеной. Установил противотуманки. Вот, вот так вот это будет выглядеть, светодиодные. Ставят очень просто. На 4 самореза крепится. Чтобы бампер установить, бампер крепится на 4 болтах. Это боковые в криле. Раз. Вот два. И вот здесь вот в основной силовой бампер. Стоит вот так, ребята, выглядит 4. Автомобиль с заводским родным сломанным бампером. Установку нового бампера вам показывать не буду. Сейчас ставлю новый бампер с противотуманками и ставлю защиту, трубу для защиты бампера. Пока это выглядит вот так. Ну а теперь, ребята, вот так вот. Ну как вам? Новый обвес, новый бампер, противотуманочки. Завтра поеду, подключу. Ну и силовой нижний бампер, губа. Конечно, клиренс уменьшился намного. Но покатаемся, посмотрим. Бампер, противотуманки и вот эту губу купил в Автограде, магазин Шумахер. Любой выбор на заказ, так что обращайтесь. Ну что, ребята, вчера я установил самостоятельно новый бампер, противотуманки установил, поставил самостоятельно защиту бампера, это металлическая губа, как называется. Сейчас еду к своим друзьям на Волгоградскую, Клиффорд, город Оренбург. Покажу вам, что нужно для того, чтобы подключить противотуманки. Если кто надумает ставить такой бампер с противотуманками, цена бампера без противотуманок 3000 рублей. 2500-3000 рублей. Сами противотуманки 2000 рублей стоят. Вот. Губа нижняя тоже стоит 3000 рублей. Это примерные цены. Все это покупал в магазине Шумахер. Это Автоград у нас есть такой. Вот. Там, в принципе, большой выбор всех этих всяких примочек. Можно всегда посмотреть, заказать. Всегда привезут. Ладно, еду к своим друзьям в Клиффорд. Покажу, что нужно для того, чтобы подключить именно противотуманки. Буду подключать именно вот кнопки салона, которые включают противотуманки задние. Вот. Как это делается, все это вам покажу. Но мы пойдем. Итак, наши друзья находятся в Волгоградской 7. Вот такой у них свой центр. Так что приезжайте. Итак, ребята, привезли комплект электропроводки от шестерки. Для Нивы подходит для подключения противотуманок фар. Сейчас, ребята, там в комплекте идут провода, релюшка, разъемы. Сейчас ребята мне устанавливают, потом подключим
Ну и посмотрим, как это все будет прикольненько светиться, работать. Сервис теплый, в принципе, без проблем. Записывайте, если что, приезжайте сюда. Ребята делают свою работу, знают, делают качественно. Закончили мы установку бампера. Теперь у меня противотуманки включаются именно вот с этой кнопки. Только при ближнем свете. Включил, выключил. Только будут работать, когда включен ближний свет. По-другому они работать не будут. Так, как и положено. Вот, все это работает отлично. Если вам видос был полезный, понравился, как говорится, с моей замутой, то, что я придумал, то, что бампер запенил, конечно, с одной стороны, смешно, но хотелось попробовать, посмотреть, возможно, сам пластик будет плотнее, вот, и будет выдерживать большие нагрузки. По поводу нижней губы, которую я поставил, можно, конечно, поставить усиленный бампер, но вроде как автомобиль пока новый, 2 года ему, хочется, чтобы он побыл пока, как говорится, не в урбан. Вот, это видео больше будет интересно, конечно, тем, у кого Нива именно урбан. Посмотрим, насколько клиренс уменьшился за счет этой губы, примерно на 4 сантиметра будет ниже. Но зато будет целый бампер. Вот. Все, ребята, давайте пока. Обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик и напишите комментарий, как вам вся моя замута. Все, давайте пока-пока, ребята. Удачи. Мира вам и вашей семье. Конечно, вы скажете, а как же они светят? Сейчас сяду в машину, покажу вам из салона, как эти противотуманочки работают. Вообще, видок стал прикольный. Ну, смотрите, чисто ближний. Напомню, у меня стоят светодиодные лампы. Ближний свет, дальний свет. Как я бы говорил, что противотуманки работают только когда включен ближний свет. Смотрите, противотуманки включаю. Зачетно. Смотрите, какой угол широкий. Просто обалденный. С противотуманками. Заметно? Очень сильно заметно. По бокам освещает вообще классно. Смотрите еще раз. Поэтому я противотуманки подключил именно к задним противотуманкам, чтобы ими не баловаться. Ну и в сочетании противотуманки ближний и дальний. На Ниве стал свет зачетный. Так что, если понравилось, ребята, напишите по-честному комментарий. С вас подписочку, лайк, будет дальше интереснее. Все, ребята, всем пока-пока.